Конкурс проходил на территории Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия. Для победы в соревновании водители должны пройти три этапа – мастерство вождения, медицинский осмотр и знание правил дорожного движения. Конечно же, каждый из этих водителей обязан в идеале знать правила и ювелирно водить автобус, но конкурс показал, что многие водители не дотягивают до этих требований. Правила дорожного движения шоферы сдали без особых проблем. Им пришлось ответить на ряд не очень сложных вопросов. Медицинский осмотр затруднений не вызвал. Все были трезвые и в бодром настроении. А вот мастерство вождения у многих хромает. На этой площадке водителям пришлось вспомнить все, чему их когда-то учили. Фигурное вождение, круговое движение в очень стесненных обстоятельствах, парковка задним ходом, когда воображаемый гараж всего на 10 сантиметров больше габаритов автобуса. Сложности возникали, но в основном, как признаются водители, это из-за того, что приходится торопиться. В среднем, чтобы пройти все участки этого этапа, шоферу тратили 10-15 минут. Самый сложный участок – это как раз парковка задним ходом. За соревнованиями следили представители пассажирских компаний и администрации города. Они удовлетворительно оценили мастерство вождения шоферов, несмотря на все недочеты. Как отметила заместитель директора Одинцовского по АТП Алла Гаврута, сегодня уже можно говорить о культуре вождения, по крайней мере, на ее предприятии. Но она возмущается поведением некоторых водителей маршруток на дорогах района. Конечно, те вот люди, которые приезжают... Вот Узбекистан, Таджикистан, конечно, неудобно говорить даже, но уровень культуры, самой культуры человека, конечно, сложно с ними работать. Но у нас таких нет. В этом году самыми лучшими водителями были признаны Андрей Миронов, он ездил на «Мерседесе», и Дмитрий Шершин, который выступал на «Лиазе». Оба водителя работают в Одинцовском по АТП. Кроме того, призовые места заняли шоферы компаний «Кубинский автобусный парк» и «Автолюкс-3». Этим водителям можно доверять жизнь пассажиров. Пассажир – это самый ценнейший груз. Самый ценнейший груз. Не ценнее. Любите и низко кланяйтесь, и культурно обслуживайте. Георгий Алышев, телекомпания «Одинцова».